целях создания дружественного моста, интеграции в мировое сообщество и развития высококвалифицированных кадров в братской стране Кыргызстан со стороны Турции в рамках международного образовательного учреждения СИБАТ, открытом в 1992 году, в 1996 году был открыт Международный университет Ататюрк Алато, направленный на обеспечение высшим образованием соответствующим современным мировым стандартам. Расположенный в микрорайоне Тунгуч города Бишкек, наш университет включает в свою территорию административный корпус, учебные корпуса, языковой центр, библиотеку, столовую, буфет и спортивный зал. Профессорско-преподавательский состав университета состоит как из местных преподавателей, так и преподавателей из разных стран мира. Преподаватели, обладая высоким знанием и потенциалом, готовят высококвалифицированные кадры среди студентов, которые могут работать как в Кыргызстане, так и в других странах мира. Также для студентов проводятся кураторские часы со стороны преподавателей. Укомплектованная большим количеством книг библиотека и ресурсный центр университета обеспечивают получение достаточной информации своим студентам. Студентами факультета «Новые технологии» впервые в Кыргызстане был создан робот. Проводимые университетом национальные и международные конференции с участием специалистов и известных личностей помогают студентам научно развиваться. Также вместе с обеспечением хорошего образовательного процесса университет придает большое значение социально-культурному развитию студентов и дает возможность проявить себя в различных молодежных клубах. Наряду с проведением различных мероприятий студенты также организовывают и проводят мероприятия в помощь нуждающимся, используя свои таланты в использовании компьютера, музыке, танцах, театре, выпуске газет, практике иностранных языков. Студенты уверенно готовят себя на будущее. КВН-команда и спортивные команды нашего университета своими успехами дали о себе знать всей стране. Наш университет имеет тесные связи с зарубежными университетами и организациями. Университеты Миссисипи и Троя в Америке, Международный Киприотский университет и Цюрихский технологический университет, находящийся в Швейцарии, сотрудничают в разных образовательных сферах вместе с нашим университетом.
Университет, учитывая глобальные и региональные тенденции развития, целенаправленно выпускает специалистов, обладающих несколькими иностранными языками и способных трудоустроиться в любой точке мира. Студенческий контингент, в большинстве состоящий из преподавателей кыргызской национальности и студентов, прибывших сюда из 14 стран мира, дает возможность узнать культуру и традиции народов мира. Профилирующие предметы в университете преподаются на английском языке. Независимо от отделения, каждый студент нашего университета обучается использованию специальных компьютерных программ и навыкам работы на персональном компьютере. Университет обладает женским и мужскими общежитиями. Здесь студентов обеспечивают двухразовым питанием. Студенты, находясь в общежитии, могут в спокойствии готовиться к занятиям. Также, включая новое здание, общая территория университета составляет 65 тысяч квадратных метров. И с добавлением новых зданий ежегодно расширяется. Первый выпуск университета состоялся в 2000-2001 году. Получаемые выпускниками диплом и сертификаты помогают им с легкостью трудоустроиться. Карьерный центр, открытый служить в сфере трудоустройства, помогает нашим выпускникам. В летнее время студенты проходят стажировку в Турции и разных странах мира. Для получения качественного образования мы приглашаем вас в Международный университет Ататюрк Алато. Международный университет Ататюрк Алатау. Это ваше будущее.